Сегодня четвертый день выставки, подходит к концу наша прекрасная выставка, но не заканчиваются прекрасные интересные собеседники. Здравствуйте, давайте знакомиться. Добрый день, меня зовут Дарья Мальковец, я основатель компании We Save Food. Очень интересно, чем занимается ваша компания? Мы создаем онлайн-платформу для конечной миссии снизить количество выбрасываемых продуктов питания. Сейчас уже у нас запущен фудшеринг на нашей платформе. То есть мы формируем сообщество людей, которые между собой обмениваются хорошими продуктами питания, хорошей едой. А также привлекаем бизнесы для того, чтобы вместо того, чтобы выбросить продукты, которые сегодня не реализованы по какой-то причине, но хорошего качества, можно было дальше направить на потребителей, на нашу целевую аудиторию. Максимально полезный получается, стартап, даже не знаю, как назвать. Самое главное, получается, мы минимизируем вот эти вот излишки не в корзину, а, получается, страждущим люди, которые готовы и с удовольствием поглощать эту пищу, они с удовольствием берут эти излишки, и еда просто так не выкидывается. Да, на самом деле масса преимуществ с разной стороны. Есть преимущества такие глобальные вообще для мира, да, потому что сейчас очень много говорится о экологии, о том, что можно сделать для того, чтобы все-таки немножко замедлить рост глобального потепления. А те продукты питания, которые выбрасываются, это один из источников СО2, углекислого газа, которые влияют на глобальное потепление. Поэтому, снижая количество выбрасываемой еды, мы тем самым в первую очередь влияем положительно на все экологические процессы. Ну и помимо этого, конечно, когда у тебя есть альтернатива, да, вместо того, чтобы купить этот продукт и заплатить деньги, ты можешь получить его бесплатно, при этом еще и пообщаться с кем-то, потому что у нас помимо обмена продуктами питания, также можно назвать такая соцсеть, да, где люди между собой встречаются. Что, чтобы забрать продукт, ну, ты должен прийти к человеку и там как-то коммуницировать. Сплошные плюсы и ни одного минуса. Даже не спорьте, это так. Спасибо вам большое за вашу работу, пожелаем вам удачи и надеюсь, что к вашему проекту абсолютно все ритейлеры тоже примкнут в ближайшем будущем. Спасибо большое.